Что бы пришло вам в голову, если бы вы услышали слово «телефон» 50 лет назад? И что такое телефон в наши дни? В нашей жизни телефон занимает, наверное, главное место. Представьте, что вы забыли свой телефон, выходя из дома. Или еще хуже, потеряли. Что с вами происходит в этот момент? В 2016 году общее количество смартфонов на планете впервые превысило 2 миллиарда. По мнению экспертов, в следующие 3 года эта цифра подойдет к отметке 3,4 миллиарда. Если еще в 2000-х мобильный телефон считался роскошью, то в наши дни у нас даже не найдется знакомых, у которых его нет. С появлением мобильных телефонов и гаджетов наша жизнь стала намного проще. Как в работе, так и в быту. Но каковы последствия чрезмерного использования различных гаджетов? Спросите себя, сколько часов в день вы тратите на свой смартфон? Социальные сети, YouTube, онлайн-фильмы, мобильные игры, мессенджеры, селфи. Из этого сейчас состоит наша жизнь. Мы сидим в телефоне, а тем временем проходит наша драгоценная жизнь. Мы словно замкнулись в своем маленьком мире, наблюдая за чужими жизнями, обсуждая чужие ошибки, не осознавая свои. Мобильный телефон – ваш друг или враг? Это зависит от того, как вы его используете. Вечером после рабочего дня, когда вы находитесь в кругу семьи, что вы делаете? Вы делитесь новостями со своими родными? Или делитесь новостями в социальных сетях. Телефон сокращает расстояние, но вместе с этим он отдаляет нас от родных и близких. А наши дети? Давайте взглянем на них. Им интересно играть развивающими игрушками. И что мы делаем, когда наш ребенок плачет или капризничает? Мы даем ему свой смартфон. Сейчас мы можем быть свидетелями того, что многие оставляют негативные комментарии в сети, распространяют различного рода изображения и видео, которые не несут в себе содержание эстетики и морали. А самое главное, мы должны осознавать, какое влияние оказывает на окружающих нас людей то, что мы распространяем. Мы не ценим две милости, дарованные нам. Это наше здоровье. Свободное время. Время – это самая дорогая валюта нашей жизни. Оно безвозвратно и не имеет размена. И пока мы убиваем наше время, время убивает нас.